Главное, что победили, это всегда поднимает командный дух, но, честно говоря, конечно, игра еще далека от идеала. Очень много ошибаемся, в первую очередь проигрываем прием подачи, наверное. Это сейчас в современном волейболе главный элемент. Сейчас усталость большая, потому что очень тяжело играть, очень душно в зале, поэтому пока об этом не думаем, но, безусловно, когда выигрываешь, командный дух только поднимается. Пока не чувствуется, наверное, у всех своя подача, которая, в чем мы можем добавить. И на приеме нам нужно действовать намного чище. Очень много прямых ошибок делаем прямо на приеме. Видно, что тяжело здесь играть, и все-таки организм у всех разный, и все по-разному адаптируются.